совет. Не рвите розы в 17 лет. Я встретил розу, роза цвела, шипов колючих роза полна. Я встретил розу, и роза цвела, шипов колючих роза полна. Вообще я из села, родился в селе, мы все оттуда, село Богородское, Кольчугинский район. Александр Бардин приехал из села Чукалы. Краснослободского района, Республика Мордовия. Да. Александр Лихацкий приехал из села Бурла, Алтайского края. Мы пишем сами свои песни, мы заканчивали Гнесинку, дирижера народного хора, поэтому направление как бы выбрало само нас. Это в народном стиле, но с особенностями со своими. Как бы у нас есть разные песни, которые можно отнести не к народной песне. Но в основном люди считают, что мы поем народные песни. Даже наши авторские песни уже становятся народными. Замело, завьюжило в сердце холода, словно льдинка острая колет мне глаза. Утешала яркая лишь луна. В основном, конечно, мы поем по-русски, но у нас есть опыт и не только с марийским языком, и с удмуртским у нас есть, и с мордовским языком у нас есть опыт. И с марийским тоже есть, но он такой пока со стороны Владимира Макарова. Он каким-то образом, он у нас вообще полиглот в этом плане, и он первый вот и в предыдущих этих опытах наших иноязычных, и в марийском в том числе, он первый, кто быстро учит язык. Кичилык ты шунчалыш, мардышлык ты шпуалыш, кандитирын носовикин кошкалыш. Эртай-эртай марын, кодыш-кодыш кумалим, укемайын яратамы ёлташым. Когда я стал учить эту песню, ее посоветовали, почему-то она тут очень распространена, ее любят и знают, но сказали, ты взял самую сложную песню, есть и легче. Как бы, ну, понятно, были какие-то сложности, когда я запоминал эти слова, у меня какие-то свои ассоциативные моменты были, но тем не менее. Лично у меня только одни ассоциативные моменты, когда я слышу марийский язык, у меня сплошные кошки и мышки. Хотя сам... Кошки, мышки. Да, финно-угры, ветка народная. Куда бы мы ни приехали, в каком бы мы городе ни выступали, когда я задаю вопрос, а есть ли в зале мордва? Я по городу иду, ай, солнце улыбается, и под рученьку еду, первую красавицу. Эх, мордовочка моя, брови черные тугой. Эх, мордовочка моя, очарован я тобой. Эх, мордовочка моя, брови черные тугой. Эх, мордовочка. Очарован я тобой, эх, мордовочка. Зритель в глубинке, он, в принципе, как приходит, слушает с таким, я не знаю, трепетом, потому что по обыкновению к нему в глубинку, ну, мы не говорим о больших городах, как бы, да, совсем глубинка, там, село или поселок, как бы, из Москвы, практически даже никогда, может, не приезжал артист, поэтому он с каким-то трепетом, с отношением таким, с сокровением, не знаю. А зритель везде, он, не знаю, везде хороший. Везде, да, хороший. Да. Вот не было такое, чтобы мы приехали, ну, может, единицы какие-то, когда там 2, 3, 4, 5 песен присматривались и только потом раскочегариваться начинали. Обычно как бы с первых моментов звуков на сцене что-то как бы возникает у них сразу. Хотя вот сейчас программа вначале, она такая спокойная. Если раньше выходили «Эх!», то сейчас открывается занавес, и там спокойная, умиротворенная музыка. Нет, не будет сказок, все они пройдут.
потому что с детства сны гулять ведут. Мы такой коллектив, на который люди приходят не для престижа. Есть такие артисты, да, для кого, на которых люди ходят для того, чтобы вот, вот я был там на таком-то исполнителе. Вегу, да? Ему не нравится. Да, надо... нравится, не нравится, но это престиж, это какой-то статус, я не знаю, так же, как автомобиль, квартира. А к нам люди приходят для души, чтобы отдохнуть душой. Поэтому из-за этих вот каких-то потребностей, да, люди везде одинаковые, потому что все добрые, все открытые, искренние. Нам все время там часто пишут, что вот как, какой у вас хороший контакт. А все дело в зрителях, потому что они хорошие такие. Они. И мы неплохие. Задают. Мы куда-то приехали впервые, это глубинка какая-то, а к нам приехали зрители за 200 километров. И приехала, например, группа там. И эту группу сразу видно, она подзадоривает остальных и тоже вот эмоции дает. Мокнут розы под дождем, осень поманила, вся листва горит огнем, в городе тоскливо. Мокнут розы под дождем, по щеке бежит слеза, вся листва горит огнем, без любви тоска. На одном курсе 5 лет, да, я их дождался. Он потому что первый раз не поступил, да? Потом их дождался, да, и мы создали кружок народного творчества осенью прям, в сентябре. И стали разговаривать о народных праздниках, обрядах, обычаях, потому что все приехали с разных мест, с разных областей, регионов. Было интересно. Ну вот разговаривали, одна девушка все время рассказывала своей маме, что вот мы вот так вот собираемся, она говорит, а чего вы не поете? Да, действительно, собрались. Мы стали петь, мы создали ансамбль, фольклорный ансамбль «Первый цвет», и в апреле, в марте, на 8 марта мы поехали в Петрозаводск. Это был первый опыт. И вот так вот мы работали. Потом, значит, Александру Лихацкому, так как он больше нигде не работал, кроме «Первого цвета», ему предложили в Гнесинке пойти на кастинг в «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. И он, когда нам об этом рассказал, я говорю, вот это да, значит, да, да. Баса мы потеряем, он бас в партии, не будет, он уйдет работать. А мы все в музыкальных школах работали. Ну, чтоб ему сказали в Гнесинке, чтобы у тебя тоже была какая-то официальная работа, вот, пожалуйста, туда. Но потом так получилось, что мы все вместе туда пошли, и нас взяли. Над Печорой да над Быстрой рекой не цветет уж цветок голубой. Над Печорой да над Быстрой рекой никогда не гулять. Пришла в голову гениальная мысль, а не уйти ли бы нам в свободное плавание? И мы ушли в 10-м, в начале января. 8 января мы об этом сообщили там. Вот этот день считается днем рождения группы «Садко». Ты да я, ты да я, ты да я, рычка моя, а под песенки «Садко» да нам доить коров легко. Ты да я, ты да я, ты да я, рычка моя, а под песенки «Садко» да нам доить легко. Ой, доим, 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 да надоим молока. Мы спорим, да, конечно. У нас постоянно споры. Споры, да. Ну как? Но это другой момент, перебор, да. Это другой момент, это творческий, да. Знаете, вот мы были недавно на съемках, потом там одни музыканты подошли и говорят, вы так общаете, Санечка, Ларочка, Вовочка, там, ну, да, то есть да. При всем при том, что бы ни происходило, как бы в нашей группе, то есть понятно, что мы называем себя иногда по фамилиям, почему? Потому что два Александра. И уже как привыкли, Лихацкий, Бардин, Макаров. Это все студенческое еще. Все, а так как бы Санечка, там бывает вот так вот, дай-ка чайку там, То есть все равно есть нормальный момент. Но мы стараемся делать, потому что сами себя воспитывать. Ну, это все постепенно. Ты не всегда стараешься. Мы стараемся все-таки услышать. Понятно, что это сложно бывает иногда, но это самое главное – услышать, что тебе говорят. Вот я слышу, да, а вот это ребята… Это переходный возраст, на самом деле. Какое-то вот время проходит, что-то накопилось, может быть, там удержалось.
А потом это разряжается, и как-то и приходим мы к какой-то точке одной. И ничего, что не вместе бывает, вдаль по судьбе мы шагаем. В трудной дороге всегда помогает крепкая дружба мужская. В трудной дороге всегда помогает крепкая дружба мужская. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В основном, как бы, я пишу слова. Бардин Александр пишет музыку. Но у нас есть как бы что, вот, ну, не одна пока песня, которая... И слова, и музыка. Спели, спела группа Садко, да, и слова, и музыка. У Александра Бардина чуть больше. Александр Лихацкий тоже пишет и слова, и музыку. Вот на его, именно у него вот такие песни свои. То есть он не написал слова, например, чтобы Бардин написал музыку. То есть, если он песню сочиняет... Как фишка почему-то, не знаю. Ну, такой вот жадный человек. Он. Нет. Как-то написал первую песню. У него прекрасные песни. Да. И вот они рождаются, но медленно. Но рождаются, да. На свежей утренней росе луч солнца зорьки заиграет. История очень много. И со здоровьем связано. Со здоровьем вообще это. Я когда читаю и перечитываю, просто со слезами. То есть женщину просто выписали из больницы и сказали, что ей осталось несколько дней. Но и включали ля минор иногда. Телеканал такой есть, где нас иногда показывают. И она так коситься стала туда, потом голову поворачивать. У нее инсульт был. Да, ну ее отправили домой, потому что в больнице, говорят, безнадежно просто лежать, домой забирать. И она восстановилась. Она была на концерте. Она сейчас на коляске, но она и разговаривает. Она была у нас на концерте. Нашел... Человек живет, а ему сказали, этому человеку, что все. Поэтому там еще куча историй различных, угу. Как музыка группы Садко лечит души, и не только души. Как ребенок, вот яркая история, как ребенок начал говорить. Говорить. Ребенок уже там был, по-моему, ему 3 или 4 года было ребенку, и не могли понять, и к врачам водили, почему, как бы он молчит и молчит, молчит и молчит. Вот. И увидел нас по телевизору, и первое слово было у него «дядя». Дядя, давай. И родители давай. Были в шоке. Они говорят, да, вот хотите верьте, хотите нет. Вот нам написали, что наш ребенок стал говорить, и мы благодарим вам. А ты цвети, цвети цветочек аленький, да распускай под солнышком цветы. Пусть говорят, что я немного маленький, да ничего, зато большая ты. А ты цвети.